Актер опубликовал в Инстаграм очередной семейный снимок. Российский актер Сергей Безруков продолжает радовать своих поклонников семейными фотографиями. Если несколько дней назад он делился со своими подписчиками в Инстаграм совместным снимком с отцом, то в этот раз артист опубликовал фотографию со своей мамой, Натальей Михайловной. С мамой, коротко подписал семейную фотографию Сергей Безруков. Поклонники поблагодарили любимого кумира за снимок и посчитали, что актер является копией своей мамы Натальи Михайловны. «А вы на маму похожи, копия мамы. Мама и сын одно лицо», — отметили комментаторы. Они также подчеркнули, что Наталья Михайловна прекрасно выглядит в своем возрасте.